нашей маленькой деревне говорили о царе, что красива и умна, добротой наделена, что отзывчива, сердечна, справедлива бесконечно. Стоп! Так это ж твой портрет! 900 лучших творцов и спортсменов со всех концов региона встретились на губернаторской елке в областном музыкальном театре. Этот праздник считается главным в череде предновогодних торжеств и самым престижным. Чтобы попасть на него, нужно трудиться весь год. Я учусь в школе-гимназии номер 2 в городе Пучиш. Учусь на одни пятерки. И мне сделали подарок. И отправили меня сюда, на представление. Мне все очень здесь нравится. Для маленьких отличников и активистов артисты музыкального театра разыграли сказку о царе Горохе и его дочери Настеньке. Традиционно добрая и веселая постановка с первой до последней минуты заставляет переживать за главных героев. Но как в любом новогоднем спектакле, все должно и непременно закончиться хорошо. Нам очень понравилась губернаторская елка. Очень красочное представление. Перед спектаклем было очень интересно, очень красочно, очень громко. Мы танцевали, нам очень понравилось все. В завершении спектакля ребята ждали гостинцы от Деда Мороза и губернатора. Подарки должны подсластить последние дни учебы и самый ответственный период второй четверти. Хотя для маленьких отличников оценки не проблема. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.